Когда год за годом в эфире лишь вой помех, белый шум и пустота, как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст. Что кроме нас, укрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Мы одни на этой планете, и в метро это знает каждый. Но однажды я своими ушами слышал позывные. Да, потом помехи перекрыли их навсегда, но позывные были. А это значит, что под небом есть место, пригодное для жизни. Погодите, погодите. Стойте. Вот ведь прямо сюда смотрит, а нам в ту дверь нужно. Попробуйте отвлечь его. Вон мусор всякий. Киньте рядом, может сработает. Отлично, теперь кидайте. Надеюсь, шум его отвлечет. Бросьте банку и отвлеките охранника. Не мешкайте, бросайте. Ох, беда! Погодите, погодите! Стойте! Вот ведь прямо сюда смотрит, а нам в ту дверь нужно. Отлично, теперь кидайте. Отлично! Идемте, скорее. Проходите быстрее. Эта система вентилирует весь командный центр. Он вообще небольшой. Попробуйте подгадать момент и пробраться. Я, конечно, постараюсь помочь, но сами понимаете, боец из меня никакой. Удачи вам. Твою ж мать!
слышишь, Артём? Ты понимаешь, что ты был прав? Там не только Россия, там весь мир, Артём! Зачем? Почему вы прячете Москву от мира и мир от Москвы? Да потому что война все еще идет! А вы как дети малые! Тревога! Скоро вся охрана здесь будет! Черт! А, не стреляйте! Тёма? Я с ним! С вами! Бежать вам надо! Надо идти, Артём! Артём, надо уходить отсюда! Ваша, оно вместе лежало, я и умыкнул! Надо бежать, пока они не разобрались! Охрана! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает! Быстрее, сюда! Идемте. По всем неизвестным огонь открывает. Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите. Главное, приберитесь в ангар. А там Бог даст, вывезу вас. А меня не знают, внимания не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. И фонарик не включай зря, могут заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Началось! Прикрываю! Thank you.
Внимание! В командном центре произошла диверсия. Артём, меняю позицию. По всем неизвестным огонь открывать без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Внимание! Станция подавления возобновляет работу.
вижу противника! Вон он где! Охрана сбежать не даст. Надо от них как-то избавиться. Артём, рядом молодой человек, кругом полно охраны. Надо с ней разобраться. Вон он где! Разберитесь с охраной, пожалуйста. Противник! Иди по-хорошему!
Я тебя все равно найду, так что выходи! Выходи по-хорошему! Убит! Черт, как все завертелось! Артём, бежим к Ермаку! Сёма, давай к Ермаку! Молодцы вы, добрались, чёрт! С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо! Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Сёма, бежим. Включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посматривайте. На шум вся база сбежаться может. Внимание! Тут противник! Еще охрана, отбивай! Артём, быстрее включай поворотный круг. Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Выключайте генератор! Генератор, выключайте! Черт! Что делать? Черт!
Ничего себе. Ты как, живой? Ребятки, на платформе ручной привод есть. Артём! Надо бы противогазы надеть, может, изоляцию повредили.